Подать жалобу, получить ответы на вопросы и оставить свои предложения отныне жители округа могут на портале народ83.ру. Интерактивная система взаимодействия населения с органами власти «Народный контроль» пока работает в тестовом режиме, но обращения от граждан уже поступают. О перспективах и возможностях народного контроля расскажет Ирина Нежалова. Разработчики сайта постарались сделать портал максимально простым и удобным для граждан. Для того, чтобы оставить свое сообщение, необходимо пройти регистрацию. Был выбран путь самой простой авторизации. То есть авторизация через электронную почту с ее подтверждением и уже дальнейшее обращение непосредственно к модераторам и к участникам, скажем так, к внутренним участникам этой процедуры. Сайт располагается на домене народ83.ру. То есть на него можно попасть с любого стационарного устройства. Сайт оптимизирован под мобильные устройства. Сразу могу предвидеть и ответить на вопрос, значит, планируется доработка и создание приложений как на базе iOS, так и на базе Android. После регистрации у пользователя портала появится личный кабинет. Здесь можно будет отслеживать всю историю исходящих сообщений и ответов от компетентных лиц. Добавлю, что все сообщения от граждан будут обрабатываться модераторами, регистрироваться в системе и направляться ответственным должностным лицам для подготовки ответа, срок предоставления которых составит не более 12 рабочих дней. А этот сайт все-таки позволит как бы более оперативно реагировать на все вот запросы жителей. Вот. И второе, подчеркну, что это наиболее простой способ, потому что не каждый гражданин знает, по какой проблеме куда можно обратиться. Вот. И недаром он называется «Народный контроль». Это, в свою очередь, еще получается как контроль за исполнением полномочий. Граждане, обратившиеся через портал «Народный контроль», могут сделать свои сообщения открытыми для всех пользователей. В таком случае сервис позволит собрать голоса в поддержку обращения. Также сообщения можно оставлять анонимно. Те, у кого нет возможности выхода в интернет, могут направлять свои жалобы, вопросы и предложения, в том числе и по работе портала, по телефону бесплатной линии 8 800 301 2083. Тестирование сайта завершится до конца месяца. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».